Яскравим нагородженням завершилася регата крейсерських яхт «Кубок портів Чорного моря». Боролися 24 команди з Одеси, Южного Чорноморська та Дніпра. Переможцем стала одеська команда «Маестро», яка здобула кубок та пам'ятну медаль від Одеської юракадемії. Сегодня здесь от имени президента Национального университета Одесской юридической академии Сергея Васильевича Кивалова я имел честь победителю, капитану крейсерской яхты «Маэстро» вручить памятную медаль Одесского национального университета юридической академии и пожелать им дальнейших успехов. Они, в общем-то, являются победителями не только наших украинских регат, но и известен этот экипаж далеко за пределами Украины. Цього року подія присвячена підтримці захоплених Російською Федерацією моряків. Регата проводиться щорічно. Наступного року кубок стане ювілейним, 20-м. Учасники команд зазначили, що змагання були вкрай цікавими, порадувала і погода. Прекрасные дистанции, прекрасные погодные условия. В рамках Кубка портов провелись еще две регаты. Кубок портового и Южного, Кубок порта Ильичевск. И прошла гонка в поддержку военно-морских сил Украины, в поддержку становления торгового флота и в поддержку тех ребят, которые сейчас, к сожалению, находятся в плену. Так что впечатлений много. Регата пришла прекрасно. Мы все получили удовольствие. Вот сейчас мы провели регату, приняли участие в регате. Понравилось, очень хорошая была организация, борьба была интересная. Регата посвящена украинским морякам, в поддержку украинских моряков, которые в плену российским. Вот, все ребята поддерживают их. Вот, в общем-то, победила дружба. Спасибо всем.